not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm Horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm Horrid Henry. Na, 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 nay. The purple hand gang rules, okay. Well, it's so easy. Ужасный Генри. Доброе утро, пап. Доброе утро, Питер. Как дела, а? Очень хорошо, спасибо, пап. Ну, Питер, что ты собираешься сегодня делать? О, придут лучшие мальчишки, и мы будем вместе репетировать. Мисс Лавли попросила нас спеть в понедельник для школьного руководства. Правда, Питер? Я так тобой горжусь, это чудесно. Генри встал. Да, Генри встал. Лучше сказать, Генри спустился. Пап, мне нужен мобильный телефон. Доброе утро, Генри. Как дела, и что ты собираешься сегодня делать? Получить мобильный телефон. Генри, ты не получишь мобильный телефон. Почему? У всех остальных есть. У кого остальных? Ну, давай посмотрим. У грубого Ральфа, у роскошной Гуриндер и хмурой Маргарет. У старой соплячки их, конечно, целых три. У Майка есть один для скейтборда. Добрая Келли как-то одолжила мне свой. Так что у всех. Я же говорил. Генри, ты не получишь мобильный телефон. Он есть даже у злобной Вики. Кто такая злобная Вики? Младшая сестра кислая Сьюзен. Кислая Сьюзен? Не знаю, откуда у тебя такие идеи? Так можно мне, пап? Доброе утро, Генри. Доброе утро, мам, можно мне мобильный телефон? А почему бы и нет? Да! Если ты будешь платить за него из своих карманных денег. Нет! Ужасный Генри, король Глинга. Нет! Не будь ужасным, Генри. Это тебе, мой сладенький. По-моему, это от тети Гретты. О, она обещала прислать мне фильм про гномиков. Он на DVD с высоким качеством. И там есть дополнительные моменты с гномиками. О, как интересно. Можно я посмотрю его с лучшими мальчиками, когда они к нам придут? Конечно, можно, пирожок. Можешь посмотреть, пока я занимаюсь своей прической. О, ты и правда мой лучший мальчик. О, наверное, это лучшие мальчики. Лучшие мальчики все поймут. И любой тест они пройдут. Мне так нужен мобильный телефон. Пап, можно мне сегодня мобильный телефон? Нет, Генри. Это будет непросто. Готовы? Готовы! Йоу, как дела, чуваки? Кажется, этот фильм вовсе не про гномиков. Нет, Питер, это не он. Я мужик, мужик, который все может. Если тебя зовут Сэм, то ты мужик, который все может. Это он тебе, Сэм. Знаю. Йоу, Гордон. Вот так звать тебя, испуга тебе совсем не страшна. Слушай, Тед, тебе уже много лет. Питер, а, Питер, в твоей голове целый литр. Он говорит с нами. Он говорит со всеми нами. Кто мужик, который все может? Я мужик, который все может. Ты мужик, который все может? Да, да, я мужик, который все может. Я мужик, который все может. Да, я мужик, который все может. Я тоже хочу быть мужиком, который все может. Мы мужики, которые все могут. Да, мы мужики, которым все можно. Да, мужики, которым все можно. Мы мужики, которым все можно. Смотрите, если бы у меня был мобильный телефон, я мог бы позвонить тебе на работу и спросить, как прошел твой день. Нет, Генри, не мог бы, потому что ты был бы в школе, а в школе телефоны запрещены. Ясно, ну тогда... Ты собираешься что-то делать с этим полотенцем? Ты имеешь в виду это? Да, это полотенце. Им вытирают посуду. А разве она не сушится в посудомойке? Ну да, но сегодня мы это сделаем старомодным способом. Об этом я и говорю, пап. В ваши старомодные времена ни у кого не было мобильного телефона.
А сейчас они есть у всех. Генри, полотенце. Сейчас же. Ладно. Если я все вытру, можно мне мобильный телефон? Нет! Йоу, мы мужики, которым все можно! Мы говорим йоу-йоу и никаких но! Потому что мы мужики, и нам все можно! В этом вся проблема, пап! Какая проблема, Генри? Ты просто не понимаешь современную молодежь! Не знаю, о чем ты, Генри. Но мобильный телефон ты все равно не получишь. Нет, нет, я больше не говорю про телефон. Я говорю про то, как было в твое время. Как было в мое время? Ага, у вас не было телефонов. И вам приходилось ждать, чтобы поговорить друг с другом, так? Именно так и было. А если мы не могли дождаться, мы звонили по домашнему телефону. А если он был занят, приходилось ждать, чтобы позвонить снова. Правда? Так у вас что, не было определения номеров? Определение номеров? Что еще за определение номеров? А, ну определение номеров это... Йоу, мы мужики, которым все можно! Мы говорим йоу-йоу и никаких но! Что это? Это не похоже на гномиков! Определение номера – это когда... Папа! Извини, червяк, но мы разговариваем. Пап, можно я возьму мамин мобильный телефон? Конечно можно, Питер, если ты потом положишь его на место. Что? Спасибо, пап. Посылка для накачанного Питера. Накачанный Питер? Питер, тебе пришла посылка. Ух ты, так быстро! Ну, как я говорил... А, спасибо, Генри. Ну, определение номера, это значит, что когда тебе кто-то звонит, а ты уже занят, но все равно... Йоу, Флаффи, ты кошак, которому можно! Да просто положи здесь, пап. Нам надо все это разобрать. Ничего, пап. Значит, если не было определения номеров, значит, смс-ки нельзя было писать? Нет. Прости, Генри. Да это ничего. Мне теперь тебя даже жаль. О чем ты? Ну, никаких твиттеров, варблинга и киблинга. Откуда ты знаешь про такие вещи, Генри? Ну, просто знаю. Так как ты думаешь, могу я сегодня получить мобильный телефон? Ну... Это что-то не похоже на гномиков. Гномики, шмномики. Вопрос в том, можно ли мне мобильный телефон? Ну, хотя бы маленький. Баб! Питер, что вы с ним сделали? Смотрите, король блинга! Питер! Лучшие мальчики уже мужики! Лучшие мальчики мужики! Лучшие мальчики короли! Лучшие мальчики мужики! Хотят спеть они, лучшие мужики! Мужики пройдут, они любой тест. Лучшие мальчики – это the best. Откуда вы это взяли? Тетя Грета прислала. Это только для подростков. Немедленно выключи. Не могу, мне слишком весело. Сейчас же выключи, Питер. Нет, TGP говорит нет. Так что нет, эй, йоу. Я в жизни не слышал ничего глупее. Йоу, папаша, остынь! Нет, не остыну. Вы должны были готовиться к выступлению перед школьным руководством. И что это ты носишь? Это мое кольце! Тебе нравится? Золотое кольцо? Откуда у тебя все эти вещи? А, это из магазина DJB. Я заказал их по маминому мобильному телефону. DJB показал мне как. Ты пользовался маминым телефоном? Ты сам сказал, можно!
Ну все, Питер, всю неделю никакого телевизора. Пап, а как насчет моего телефона? Нет, значит нет. Генри! А, спасибо, червяк. Я же сказал, что будет непросто, а? Я могу обойтись и без определения номеров. Перевод Евгений Йорс читал Дмитрий Кордос.